Трент Эдмундс, что ты здесь делаешь? Как ты смеешь обращаться ко мне столь вызывающе? Ты знаешь, кто я? Как я и сказал, Тедмунд. Не хотел оскорбить тебя, лорд, но мне сказали, ты в Рочестере. Вот как? И что, по-твоему, я сейчас в Рочестере? Видимо, нет, лорд. Мудрый всегда приходит нежданно. У тебя странные спутники, лорд. Араб и, кажется, Данка. Я хочу показать Тену наши обычаи. Именно. Своего рода обмен знаниями. А вдруг я однажды приеду в твою, Данландию? Норвегию. Я кажусь тебе чужой, но разве нас не меняют наши странствия и то, что мы видели? Как скажешь. Лорд, есть какие-то еще приказы? Да, да. Я приказываю тебе перестать прохлаждаться и вернуться в казармы, болван. А что насчет пленных данов? Убейте их! Всех до одного! Нет, нет. Оставь их здесь. Связанными. На съедение волкам! На этом все. Можешь идти. Прочь! Этим притворством ты заслужил свободу. Иди и начни жизнь сначала. Свою жизнь, а не чужую. Начну. Но я даже задумался, не испытать ли свои силы в роли правителя. Да-да! Поспешите! Вас ждут женщины и Эль! Шевелитесь! Вы слышали приказ Эдмунда? Связали всех как овец. Нужно их спасти. Спасибо. Доброго пути. Мы обязаны тебе жизнью. Эти ублюдки Саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь. Но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе. Тех, что готовы напасть на своих соседей. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгельсдоттер. Нам нужны суда, Руна. Мы причалили выше по течению, но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгаллу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва. Ради еще большей добычи. И мы отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи? И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу у Рочестера с кораблями. Нужно предупредить аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Хорошо. Значит, успеем выпить. Ты проделал такой путь, следуя долгу. Это и есть жизнь незримых. Дорога? Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде? Нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Для меня дом — семья. Но у меня нет семьи.
Нет. А как же Хайсом? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я... Если б не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Мне не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. Мне жаль, Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг, учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Вот он и отнял. Отнял все. Взять Рочестер будет непросто. Нужно подготовиться.
здесь, в древнем королевстве Кент. Юты привели меня туда, где в следах исполинов горит его пламя. Здесь со мной снова говорил Господь. Предупредил о предательстве, борьбе, испытаниях первых. Я не всегда понимаю его слова. Если он меня предупреждает, значит, считает достойным. Одна из ангелов в плену, ее нужно освободить или остаться с ней. Мне идти к ней? Что за неведомые силы? Покажи. Лети же.
Стражи тут бдительные. Нужно убить воинов и разбить цепь, чтобы корабли могли плыть дальше. Механизм должен быть внутри. Цепь убрана, путь для кораблей свободен. Thank you.
Эйвор, мы ждем твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяйка воронов. Хорошо, теперь ждем наших друзей. Здравствуй, старый друг. Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, ты вспомнила обо мне. Какая честь! Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Собирай людей. Пора вытащить мышь из норы. Берегись, масло!
Пущу тебя на корм свинья! Нас ждет тебя! Умри! Yeah.
Давайте! На корм! Эдмунд прячется в главной башне! Наступаем! Падите предо мной! Берегись, масло! Будем искать другой вход повыше. Сакс нашел свою смерть! Взять этот замок! Убьешь меня, навлечешь гнев всего Уэссекса! Рочестер не попадет в руки твоим грязным! Что? Посмела взять этот замок, Данка. Воины Альфреда скоро покарают тебя. Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен.
Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Не будешь молчать, придется перерезать тебе горло. Ай! Полегче, язычник! Не так грубо, дикарь! Эй, держи поводья крепче! Ты умрешь за все унижения, которым подвергла меня Данка! Ничего личного, Тен. Для меня ты значишь не больше, чем сундук серебра. И ради этого ты взяла приступом мой замок и убила моих людей? У тебя нет чести! Довольно! Или отправишься к саксам без пальцев на руках. Да! Эй, вы, язычники, отпустите его! Или вам всем конец! И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь! Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра. Дай им все, что просят, Киноберт. Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Тедмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Тедмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Он мертв. Без сомнения, от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Многие короли и пугливые люди носят с собой яд, чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Киниберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Я... Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже, боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К Йотунам, Киниберта. Найдем фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Киниберта. Сегодня ты сражался как настоящий зверь, Гедрик. Твоя клятва исполнена. Я рад был биться вместе с тобой против псов из Уэссекса. Пусть наша дружба будет вечна. Мне не интересны склоки христианских владык. Я здесь ради Сигурда. Понимаю. Как найдешь его, возвращайся. Устроим пир и выпьем меда за нашу дружбу. Охотно. Здесь мне точно не рады. Здесь слишком тихо. Где монахи и люди аббата?
Сказала бы, что рада встрече, брат, но мне как-то не по себе. Что здесь произошло? Я следил за аббатом по пути сюда, но не видел ни его прислужников, ни монахов. Их убили? Не думаю, но в могильной тишине мало хорошего. И где же аббат сейчас? В своих покоях. Идем. И будь настороже. Ты не думаешь, что он замыслил предать нас, брат? Зачем пастырю Божьему союз с еретичкой? Кеннеберт жаждет власти и славы. Раз Тедмунд мертв, ему придется добиваться их иначе. В этом есть смысл. Держи клинок наготове. Кеннеберт, твои гости прибыли. Входите, ужин ждет. Дорогой аббат прислал приглашение. Сказал, что мои друзья ищут меня. Для ужина рано. Но Эль Кеннеберта так славно идет под баранину с горошком, корицей и черникой. Я не устояла. Где мой брат? Он... Разве он не здесь? Боже, я ему не сказала. Убьешь ее, не найдем Сигурда. Сядь, Эйвор. Ешь. И послушай историю о том, кто говорит с богами. Смеешься? Я убивала и за меньшее. Разумеется. Таков этот ужасный мир, верно? Мы с тобой забиваем овец, когда нам вздумается. Большинство людей годны лишь на то, чтобы умереть. Ничтожество. Но не Сигурд. Сигурд совсем другой. Его коснулось нечто высшее. Его устами говорят боги. Он поверил в твою ложь. Твои слова подобны яду. Нужно было слушать, Эйвор. Я говорила. Боги существуют, и мы завладеем их мощью. Ты не найдешь его, пока я не закончу. За старых друзей! Как же вкусно, Кеннеберт. Мне не чудится тут гвоздика? Что ж, с ужином покончено. Убейте их. Тела доставьте в мой санктум в Кентербери. Они скоро будут здесь. Может быть, есть другой выход? Сёнин, веди. Фулки обмолвилась о санктуме в Кентербери.
Да, и без всякой нужды. Нужно быть настороже. Может, это ложь? Возможно, но других следов у нас нет. Хочется думать, наша цель стоит стольких смертей. Жизнь Сигурда, моего брата, конечно. Так пойдем же, вместе нырнем в пасть гибели. Я и не надеялся дожить до старости. Все это не напрасно, Эйвор. Мы найдем Сигурда. Дело не в нем одном. Фулки получит свое. Земля летних туманов и сумрачных лесов. Англия хранит много тайн, и я хочу раскрыть их все. Эта земля вечно противится нам, огрызается, как загнанный в угол пес. Не знаю, смогу ли я поселиться здесь. Возможно, звезды ведут тебя иным путем, и дом твой не здесь. А ты скучаешь по своей родине? Я давно там не был. Но она прекрасна, если забыть о тщеславии, надменности и низости людей. Хотелось бы ее увидеть. Можешь, если хочешь. Мой отец был зодчим, строителем настоящих чудес. Он возвел большую мечеть в Самаре. Но один из приближенных халифа присвоил его заслугу себе. Отца изгнали, и он умер нищим. Жаль слышать. А как же верность? Беседы друзей у очага, а не... Жаль слышать. А как же верность, беседы друзей у очага, а нежность и тепло, и объятия любимых? Есть лишь горстка достойных, что возвышаются над прочими. Отважных и прозорливых людей немного. Сигурд один из них? Верно. В этом Фулки не ошиблась. Я боюсь за него, Басим. Мне не...
Снежных лесов. Земля летних туманов и сумрачных лесов. Англия хранит много тайн, и я хочу раскрыть их все. Эта земля вечно противится нам, огрызается, как загнанный в угол пес. Не знаю, смогу ли я поселиться здесь. Твоя смерть уже близко. Лучше смерть, чем гнев владык. Надеюсь, магистр Магнус простит меня. Я так долго чтил его мудрость, его распоряжение. Ты недостоин. Истинный владыка тебя не простит. Никогда. Ха! Я обращу взор к Водену, Тиу и Тунару. Буду оборачиваться к тем и этим, пока не буду прощен. Будешь кружиться, пока не рухнешь за край света. Эта земля вечно противится нам. Огрызается, как загнанный в угол пес. Не знаю, смогу ли я поселиться здесь. Возможно, звезды ведут тебя иным путем, и дом твой не здесь. А ты скучаешь по своей родине? Я давно там не был. Но она прекрасна, если забыть о тщеславии, надменности и низости людей. Хотелось бы ее увидеть. Можешь, если хочешь. Мой отец был зодчим, строителем настоящих чудес. Он возвел большую мечеть в Самаре. Но один из приближенных халифа присвоил его заслугу себе. Отца изгнали, и он умер нищим. Жаль слышать. А как же верность, беседы друзей у очага, а нежность и тепло, и объятия любимых? Есть лишь горстка достойных, что возвышаются над прочими. Отважных и прозорливых людей немного. Вперед! Возьмем эту тварь!